Всем привет! С вами Дмитрий Фреско и шоу «Кулинарная пропаганда». Сегодня у нас очередной выпуск коротких рецептов. Обед за 10 минут. Предыдущий выпуск был у нас паста. Сегодня мы тоже снимаем пасту. Я хочу вам показать, как приготовить за 10 минут совершенно полноценный обед. При этом мы используем вот такую малюсенькую горсточку сухих грибов, две пряные травки, это совершенно необязательный ингредиент, чеснок, естественно, саму пасту, и сливки или молоко, и какой-нибудь сливочный сыр вы можете использовать. Про сливочный сыр я в прошлый раз вам говорил. Это могут быть, например, альметте, маскарпоне, филадельфия. Вообще все, что вам нравится. Хоть плавленый сырок используйте. На ваш риск. Значит, для того, чтобы все приготовить быстро, нужно, как всегда, подготовиться. Для того, чтобы доска не ерзала, я под нее кладу полотенце слегка увлажненное. В чайнике вода, сейчас будем греть, паста, поехали. Сковородку на плиту, нагрев под сковородкой не очень сильный, ну, наверное, средний огонь. Немного масла оливкового, вы не пугайтесь такую здоровую банку, просто ну, до сих пор не нашел симпатичную маленькую. Первым делом ароматизируем масло травками. Следом пойдет у нас чеснок. Чеснок можно измельчить, а можно оставить целеньким. В данном конкретном рецепте мне больше нравится идея мелко-мелко измельченного чеснока. Я хочу хорошенько ароматизировать сухие грибы, его запахом, и удалять в конце, как это делается, если мы используем целые головки чеснока, не хочу. Так, чеснок у нас готов уже. Отправить за сковородку. Вы знаете, проблема образовалась. У меня, оказывается, вот эта вот плита, она индукционная, с такой маленькой сковородкой не работает. Поменяю. Так. Вот это заработает. Все, пусть ароматизируется. Масло, а я займусь грибами. Грибы надо помельче нарезать. Можно даже их в блендере измельчить в пыль. Но мне нравится, чтобы маленькие кусочки все-таки оставались, чтобы они чувствовались в пасте. Поэтому я их блендером разбивать не буду, а просто порублю ножом. Заметьте, грибы я даже не замачивал. Прямо так вот сухие использую. На самом деле, в этом рецепте нужно использовать не абы какие грибы, а трюфели. Но у меня в роду миллионеров нет. Я использую обычные белые. Хотя бы, конечно, с удовольствием попробовал как-нибудь приготовить с трюфелями. Ой, какой запах пошел от масла. Просто обалдеть. Кстати, не обязательно использовать свежую травку для ароматизации. Вполне пойдет и сушеная трава. Только ее бы надо измельчать совсем мелко, чтобы вот эти вот кусочки, маленькие палочки не попадали в готовом соусе. Но тогда и нагревать нужно сковородочку чуть поменьше, чтобы эта пыль сухая не сгорала. И следите за чесноком. Если перегреть сковородку, он очень легко начинает гореть, и это стремительно ухудшает аромат соуса. Все, отправляю туда грибы. Сейчас буквально одну минуту они греются. И можно добавлять сливки. Аромат идет просто потрясающий. Так, включил воду, чтобы сварить пасту. Паста для этого рецепта лучше всего, на мой вкус, это вот такая вот лапша. Почему лапша? Потому что этот соус очень густой получается, такой даже липкий. Он очень хорошо обволакивает вот такую вот пасту. Как я в прошлом своем выпуске говорил с быстрыми рецептами, то если у вас соус водянистый, допустим, на помидорной основе, он плохо держится на пасте. Поэтому для такого формата соуса, для такой текстуры нужны ребристые макароны. Но здесь вполне подходит вот такая вот. Если вы используете сливки, то лучше всего, на мой вкус, брать 10%. Большей жирности не стоит, они слишком густые получаются. Вот здесь, конечно, густые, сейчас я молоком их разведу немного. Не пытайтесь присматриваться, что это за сливки, все равно вы в России таких не найдете. Так что это не реклама. Какая красота. Так, и молочка. Теперь я быстро довожу до кипения этот соус, убавляю огонь и жду его загустевания и окончательной ароматизации. Для этого соуса я пасту начал варить
не сразу, а буду варить только сейчас, потому что грибы сухие, и им нужно чуть-чуть побольше времени для того, чтобы напитаться влагой и отдать свои ароматы. Поэтому этот рецепт – это 5 минут предварительно на подготовку соуса, а потом еще столько минут, сколько нужно, чтобы свариться паста. Так, чайник уже закипел. Посолю воду и выкладываю пасту. Так, все помнят, что паста должна танцевать при варке. Эта паста варится 5-6 минут. 5 минут до состояния альденте, это на зубок, и 6 минут до мягкости. Так как я еще буду ее в соус потом погружать, то мне ее нужно отварить всего 5 минут. Меня регулярно спрашивают и просят показать различные кухонные девайсы, которыми я пользуюсь. Я, честно говоря, просто не знаю, про что можно тут говорить и снимать. Ну вот сейчас освободилось небольшое количество времени и скажу. Сковородки, которыми я пользуюсь, это все толстодонные из нержавейки. Либо вот такие вот с керамическим покрытием. С керамическим покрытием мне нравится больше, чем тефлоновые. Оно попрочнее и живут такие сковородки подольше. Вот оператор подсказывает, что они еще более здоровые при этом. Ну, насчет здоровья не знаю. Но правда все равно они в наших условиях живут не очень долго. То есть предыдущая сковородка обладала своими антипригарными свойствами, наверное, ориентировочно, ну, наверное, месяцев 6, не больше. Вон какой пар пошел. Я не буду включать вытяжку, а то вы ничего не услышите, такой шум будет в микрофоне. Поэтому высматривайте меня через эти клубы тумана. Смотрите, как соус начал загустевать стремительно просто. Пора убавлять огонь. Сейчас убавил огонь под соусом до самого слабого. Где-то за минутку до окончания варки пасты я достану отсюда вот эти вот хвосты ароматических трав. И соус сейчас пока не солю, потому что, во-первых, макароны и без того соленые. Не макароны, а лапша. Потому что варится в соленой воде. И еще потому, что когда пасту кладешь в соус, любой жидкий соус, паста очень быстро вбирает из соуса в себя влагу. И соус загустевает. Поэтому, чтобы довести его до нужного состояния, вот по той высоте, которая вам нравится, нужно добавлять воду. Воду обычно добавляют именно ту, в которой варилась паста. Она уже без того соленая. Поэтому, если придется солить, может быть, то только в тарелке, может быть. А то и не придется наверняка. Так, попробую соус. Он такой сливочный, нежный, тонкий грибной аромат. Причем, вы знаете, наверняка уже замечали, сухие грибы обладают принципиально другим ароматом, нежели свежие. Это относится ко всем без исключения, даже к шампиньонам. Кстати, о шампиньонах. Очень многие относятся к шампиньону скептически. Я, кстати, знаю почему. Потому что пробовали только магазины шампиньоны и готовили и ели их одним единственным способом. Либо просто сварить быстро, либо пожарить быстро. Шампиньон гриб очень хитрый. Если вы его сушите, он меняет свой аромат. Причем меняет настолько, что он становится даже не похожим на шампиньоны. Если вы его используете сырым или почти не жарите, у него очень тонкий, легкий, почти незаметный аромат. Многие называют его никакой. О, сварилось. Перекладываю сначала траву из соуса, а теперь сюда идет паста. Так вот, а если вы будете жарить шампиньоны долго, на медленном огне, до того состояния, чтобы они сначала потемнели, потом почернели, то у них появляется очень такой резкий, сильный грибной аромат. И это совершенно другой вкус. Для такого способа приготовления шампиньон нужно резать достаточно крупно. Если это небольшие шампиньоны, то вот на 4 части режете и достаточно. Они становятся очень упругие такие, натурально черного, такого черно-коричнево-зеленого цвета, землистого. И, например, суп грибной из таких шампиньонов – это что-то просто необыкновенное. Ну, конечно, для тех, кто любит грибы. Чуть-чуть увеличиваю огонь под соусом и перемешиваю. Паста практически готова. Сейчас мы ее до нужной густоты доведем. Пусть паста набирается ароматов, а я тем временем подготовлю ложку, куда все это выкладывать. И легким движением я достал тарелочку. Вот смотрите, паста взяла в себя всю влагу из соуса, пропиталась ароматами его. Ну и правда, соус стал, конечно, чересчур густой. Добавляю немного водички. Все, все готово. Готовьте вилки.
Паста готова, осталось попробовать. Тарелочка, вилочка, пасточка. Снимаем пробу. Друзья мои, это самый потрясающий соус из всех, которые я готовлю. Он нравится мне больше всего. Оператор требует, чтобы я ел красиво. Но эта паста не набирается в небольшом количестве на вилку. Вроде получилось. Сливочный вкус весь пронизан ароматом грибов. Периодически попадают маленькие кусочки на зубок. Прекрасно. Просто прекрасно. Если вас интересует такой формат рецептов, пишите. У меня есть еще 2-3 соуса, которые я часто готовлю, которые готовятся так же быстро, которые настолько же вкусные. Да, друзья мои, очень многие из вас постоянно пишут, чтобы я ел на камеру. Вы действительно считаете, что это эстетично? Мне так не кажется. Нет, если нужно, я, конечно, положу себя на алтарь канала и буду это снимать. Доедать я буду уже за кадром. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Подписывайтесь традиционно. Традиционно ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, дизлайки. Хотя я не понимаю, что здесь может не понравиться. Спасибо. Всем пока.